Друзья, перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш новый YouTube канал. Ссылка будет в описании под этим роликом. Загляните, там есть много интересных новостей. Буквально час назад, друзья, в нашу студию пришла еще одна трагическая новость. Все помнят наш выпуск, в котором мы вам рассказывали о том, что российский актер Дмитрий Дюжев попал в больницу с подозрением на коронавирус. Он там пролечился около 10 дней и вышел. Как сказали врачи, что со здоровьем у него все нормально. Но сегодня ночью из его дома Дмитрия Дюжева снова забрала скорая помощь. Мы поговорили с родными, чтобы узнать причину всего. Они нам сказали, что у Дмитрия Дюжева снова поднялась большая температура, и ему опять стало плохо. Сейчас он находится в одном из ковид-центров, где у него снова взяли анализ на ПЦР-тест и ждут результата. Больше пока, друзья, ничего не известно. Все просто шокированы тем, как болеет Дмитрий Дюжев. Ведь только вылечился от коронавируса и опять та же самая болезнь. Хотя врачи говорят, что можно болеть коронавирусом до 3 раз. Давайте, друзья, поддержим Дмитрия Дюжева. Давайте будем надеяться, что с ним все будет хорошо и он выздоровеет. А вы, друзья, поддержите нас, подпишитесь на наш YouTube канал, нажмите на колокольчик, чтобы уже завтра утром не пропустить свежий выпуск, который выйдет у нас на канале. До скорых встреч с вами, друзья. Следите за нами, будьте рядом с нами.